Всем привет, девчонки! Сегодня хочу снять видео, обзор вот на эту водолазку. Называется она «Женский джемпер». У меня в размере 44-46. Была она в 12-м каталоге. Состав этой водолазки 95% полиэстер и 6% эластан. Но на самом деле она очень приятная к телу. И не сказать, что прям здесь очень много полиэстера, прям одна синтетика. Нет. Так, что хочу сказать. Она была в 12-м каталоге по 799 рублей, но мне со скидочкой 31% обошлась в 551 рубль. Так, давайте я сейчас разверну ее, пожалуй, и вам покажу. Так вот она смотрится на мне. Расклешенный у нее такой, знаете, прямой, вернее, силуэт. Прямой. И вот не сказать, что... Она такая, знаете, не дышащая, очень приятная водолазка. Длина рукава хорошая. Плечи, в общем-то, тоже все на месте. Понравилось. Если у вас есть животик, то хорошо подойдет, потому что именно за счет прямого вот этого кроя. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока!